Марка Мини провела плановое обновление кроссовера Countryman. Если отбросить измененные бамперы, то рестайлинг по большому счету принес лишь новую оптику. Она теперь полностью светодиодная даже на базовых машинах. Фары интегрированы линзы прямоугольной формы вместо круглых. А для задних фонарей отныне можно заказать оформление под британский флаг Union Jack. Еще дизайнеры добавили кузову внедорожных акцентов. Плюс внедрили пакет, который позволяет заменить хромированную отделку деталями черного цвета. В салоне почти ничего нового. Разве что вместо традиционной для мини-приборной панели стал доступен виртуальный 5-дюймовый дисплей. Для фанатов персонализации добавлены новые варианты отделки интерьера. И, конечно, отделу электроники пришлось улучшать медиасистему. Без этого сейчас не обходится ни одно обновление. Двигатели были доведены до более строгих эко-норм. Три бензиновых мотора получили новые впускные коллекторы и доработанную систему впрыска, а трем турбодизелям имплантировали другие сажевые фильтры. Интересно, что четырехцилиндровый двухлитровый мотор модификации Cooper S оказался заметно задушен, видимо, чтобы гибридная версия выглядела более выигрышной. Бензоэлектрическая модификация Cooper SE выдает прежние 220 сил, но готова похвастаться увеличенным тяговым аккумулятором. Замена батареи позволила весьма заметно нарастить запас хода на чистом электричестве. В гамме трансмиссий свои перемены. У полного привода отобрали механические коробки, так что любителям трех педалей остались только переднеприводные Countryman. Стратегия по автоматам не изменилась. Переднеприводные кроссоверы сохранили 7-ступенчатый преселективный робот. У версии Cooper D и всех полноприводных машин никуда не делся классический 8-ступенчатый автомат. На этом, по большому счету, все. В Европе цены уже известны, а отгрузка живых автомобилей дилерам начнется всего через несколько недель. Добавим, что спрос на Countryman растет уже 4 года подряд. И хотя статус бестселлера марки непоколебимо удерживают классические хэтчбеки, кроссовер приводит новых клиентов, а значит, очень важен для Mini.